5 вопросов про налоговый вычет при покупке супругами квартиры. Вы на канале «Приоритеты» с юристом. Меня зовут Евгений Корсакин. Я юрист в сфере недвижимости. Давайте к вопросам. Вопрос первый. Квартиру купили в браке. Жена созаемщик. Она в декрете. Может ли она получить вычет? Да, но только когда начнет получать доход с НДФЛ по ставке 13%. Например, после выхода из декрета на работу по трудовому договору, при условии, что муж не использовал всю сумму расходов на квартиру для своего вычета. Вопрос 2. Может ли муж получить вычет, если по брачному договору дом принадлежит жене? Вычет получит только жена, так как дом не является совместной собственностью и принадлежит только ей. Вопрос 3. Взяли ипотеку на новостройку. Дом сдается через год. Когда можно получить вычет? Ответ. Право на вычет появится только после подписания акта приема-передачи на новостройку. Можно возвращать НДФЛ за тот год, когда подписан акт, и последующие годы, перенося неиспользованный остаток. Дополнительно можно получить вычет в размере уплаченных процентов и возвращать 13% от той суммы ежегодно. Вопрос 4. Можно ли получить вычет, если купили жилье, но нет официальной работы? Нет. Вычет позволяет вернуть или уменьшить налог на доходы. Если налог не начисляется и не уплачивается, суммы для возврата нет. Пятый вопрос. Муж оплатил новостройку до брака, а право собственности оформил после свадьбы. Может ли жена получить вычет? Ответ – нет. Для вычета квартира должна быть в совместной собственности и оплачена из общих доходов. Даже если право собственности зарегистрировано в браке, жена не сможет подтвердить оплату за счет общих средств. Их вносил муж до свадьбы. Он и получит вычет. Все мои полезные ссылки оставил в описании к ролику.